Здравствуйте, я Мария Долче, приехала с Молдавии обучиться в Академию телесно-ориентированных практик у Олега Михайловича Гудвина. Знаете, есть такая поговорка, что люди все возраста покорны, но я скажу лучше, обучению все возраста покорны. Вот в том-то и дело, что приехала, много лет наблюдала за ним по Ютубу и по разным каналам. И решила для себя, что нужно обогатить свои знания и нужно немного, так сказать, да, в принципе, обогатить свои знания. И очень благодарна этому человеку. Очень благодарна за то, что он поставил руки, которые, хоть у меня и медобразование, все равно было недополнить, мне не хватало много навыков, которые я здесь получила. Благодарю от всей души, и наша группа благодарит Олега Михайловича за его подаренные нам знания, за то, что он разделил свои знания с нами. И за то, что в будущем, я верю, даже самый малоопытный, который проходил у него эти курсы, будет работать и будет успешно зарабатывать в этой отрасли. Во всяком случае, я очень довольна, что я закончила эти курсы у этого прекрасного человека. Хочу еще добавить, что 3 года назад мне поставили очень неприятный диагноз, думаю, для всех людей, как коксартроз. И мне предлагали, что одно спасение – только операция. Благодаря рукам Олега Михайловича и его мануальной практике и его костоправством, я сейчас, смотрите на меня, никому не верьте, что только операция поможет при самом даже запущенном коксартрозе. Просто приходите к нему. Ушла боль в пояснице, да? Да, нормально ушла боль из поясницы. Подниматься обе ноги. Да, да, да. Я очень довольна. Спасибо вам огромное. Болят, появилась гибкость. Да, вообще я уже прыгаю. Несколько дней, как уже прыгаю. Поэтому не верьте никому. Замечательно, здорово, здорово. Костоправство и мануальная терапия – это все не для… У него даже самые неопытные, без опыта, без медицинского образования, обрели такие знания, что я… Иногда даже удивлялась, как люди без образования смогли достичь таких высот у него. Это просто нонсенс. Это просто, удивление. Спасибо вам. Пока-пока.